Это нужно всем. А тем более, почему наш кооператив настолько эффективный, что за 3 года, 3,5, порядка 200 квартир куплено? Да потому что мы используем современные способы. Хотя они тоже не новые. Как говорят, слухом земля полнится. Да? Наши пайщики, люди, которые купили жилье, они не молчат. Они рассказывают об этом. Делятся своей радостью. Из этого тоже можно делать деньги. Есть такая возможность. То есть, кроме двух услуг, которыми можно воспользоваться и сэкономить большие деньги своего бюджета, можно еще и зарабатывать в нашей организации. В Life is Good. Когда можно при желании стать консультантом, пройти, естественно, семинар. Это специальное обучение. Оно недолгое и недорогое. Вот. Это ежемесячно проводится у нас, как раз Академия наша это делает. И на этом семинаре люди, кто хочет узнать больше и дополнительно заработать, они подробно узнают о кооперативе, подробно о компании «Гермес», юридические дела, история, все абсолютно, да, узнают. И самое важное, что на этом семинаре они узнают о бизнесе, как делать бизнес. Это настоящий серьезный бизнес. Не просто подработка там, это не работа по найму. Это свободный график. Вы сами себя дисциплинируете, сами себя обязываете, если хотите заработать больше. И поэтому у нас есть возможность сотрудничать. Это схема, так сказать, да? Life is good. Вы консультант, проконсультировали кого-то, человек заключил договор, например, с Виста или кооперативом, и перечисляются комиссионные от компании Life is Good. А потом выплачивается гонорар вам как консультанту, который проконсультировал конкретного человека. Вот возможность дохода за месяц, за два, как вы решите. То есть тут возможность какая? Вы, например, партнер, и здесь возможность быть не просто агентом, одиночкой, можно создать свою команду, свою организацию. И вот если у вас появились тоже такие друзья, желающие вместе с вами здесь зарабатывать хорошие деньги, то для них вы уже руководитель. Вот вы. И вы им помогаете. И если они там 1-2 сделки в месяц сделали, и вы одну личную, то за месяц 150-200 тысяч рублей – это реальный доход. Когда вы решили изучить тему, чтобы людям потом популярно об этом доносить. Тогда это все реально. Следующий ближайший семинар у нас будет 23 декабря, в субботу, однодневный. Обычно у нас это интереснее, за городом 2 дня с ночевкой. Но в декабре будет только 1 день в городе. С утра, с перерывом на обед. Это будет, скорее всего, Московские ворота, отель Holiday Inn. И стоит это будет, пока нам еще не объявили, может быть, 1500 рублей. С перерывом на обед. Запишите, запланируйте. 23 декабря. Это уже для партнеров, да? Для всех желающих. Mm. Да. Открытый семинар. Вот. Но единственное, что вам, конечно, порекомендую сделать, до этого времени еще много. И лучше на этом семинаре быть уже как потенциальный партнер. То есть вам нужно решить вопрос или с кооперативом, или с Гермес. Что дает право быть сотрудником? Но в кооперативе, чтобы быть сотрудником, надо зайти со взносом на 2040 евро. Это дает право быть сотрудником. А если вы внесли, предполагаете купить жилье за 1,5 миллиона, и у вас взнос вступительный составляет только 1020 евро, то это не дает права быть сотрудником. Или же другой вариант. Иметь договор Vista с минимальным взносом 1100 евро, и на этом основании вы тоже можете быть сотрудником. Это отдельная регистрация как сотрудника компании, потому что у сотрудника должен быть ID, под которым вы регистрируете своих новых членов, клиентов, и за это получаете гонорар. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Я вам желаю быть решительными и разобраться, и принять решение. Потому что если вы сейчас решение не примете, вы отложите его просто на потом. А потом вы поймете, что вы потеряли время.
А потеря времени — это потеря денег. Спасибо огромное. Желаю вам удачи. Да, спасибо.